Всем-всем большой привет! Сегодня я снова пришла с запросом. Очень часто меня просят и в личку у девочки, и под роликами показать все мои косметички. Тянула я с этим обзором, потому что косметички, во-первых, по всему дому, они у меня не просто лежат, я ими пользуюсь. Может быть, даже не все собрала сейчас. Ну, ладно, давайте покажу. Не знаю, насколько это интересно, но, с другой стороны, если запрос был, то, по крайней мере, тем, кто просил, я думаю, этот ролик интересен. Тем более, я обещала подумать, подумала. В принципе, ничто же мне не мешает снять такой обзор. Давайте начну с самой любимой косметички. Это такой чемоданчик от Mary Kay. Это косметический чемоданчик. Вообще, в Mary Kay есть два варианта. Второй розовый, и он намного больше, уже на две застежки. У меня такого нет. Изначально я хотела именно тот, но так получилось, что заказать могла успеть только этот. Не знаю, сейчас есть ли в Mary Kay такая красота. Это очень удобно, очень интересный вариант хранения косметики, если у вас ее немало. Давайте я покажу вам свой. Он вот так откидывается. И в две стороны вот так открывается. Сейчас он пустой, без косметики. И очень удобно хранить. Вот эти обе крышки, они открывались вот так ровно. Вот как это, видите, она становится полкой. И когда вы отсюда какие-то тональные средства достаете, вы можете как на полочку сюда ставить. У меня это немножечко опущено, потому что когда я очередной раз ее открыла, не углядела, у меня кот всеми своими 5 килограммами прошел по этой крышке и вот так вот ее повредил. Надо мужа попросить, наверное, там можно как-то выровнять. Ну, в общем, вот эта косметичка моя самая-самая любимая. Но не единственная. Давайте покажу, что у меня есть еще. Так, из больших. У меня есть вот такая от Mary, от Avon уже. Она двойная, прям, видите, она тяжелая, потому что она с запасами моими. Здесь висят такие две бирочки от Avon, бабочка ихняя. Эту косметичку я брала в бонус-клубе по баллам. Она полностью открывается. Вот так здесь идет зеркальце. И она у меня набита спреями, дезодорантами, разными моими запасиками. То есть у меня здесь все, что можно на себя нанести. И на ноги, и на тело, и защита антиперспиранта. Вот, поэтому все здесь хранится. Я уже не стала выкладывать, думаю, ладно, покажу вам. Заодно увидите, что косметички у меня не просто для красоты, а я ими реально пользуюсь. И из больших еще одна вот такая, очень красивая. Я ее заказывала на Алиэкспресс. Она такая немножко как клеенчатая, что ли. Но я думаю, вода непромокаемая. Здесь уже идут такие очень красивые сердечки. И кружевная такая крышка. Не крышка, а ручка. Внутри все мои запасы с кремами, с разными кремами, с пробниками какими-то косметическими. Вот, то есть все, что у меня есть, здесь у меня кремообразное. Ну вот даже сыворотки здесь хранятся. Вот, это все тут. А вообще, если ей пользоваться, то очень удобная вот эта крышка. Сюда туши можно, карандаши, что-то такое мелкое, консилеры, корректоры, чтобы не потерялось, можно использовать. Но в ней уже нет зеркала. Вот такая вот косметичка. Я сюда не принесла среди косметичек органайзеры, потому что их очень много. Вот эти вот акриловые органайзеры. И также есть органайзеры-коробки, которые не закрываются. Они как бы не являются косметичкой, но являются хранилищем для косметики. Например, у меня есть тоже такие картоново-матерчатые короба, и у них вот с этой стороны кармашки, в которые тоже косметические средства вставляются. Но я не стала уже приносить такие вещи. Так, давайте вторым ярусом будем наставлять. Из объемных есть у меня вот такая косметичка, она дорожная.
Это от Мэри Кей. Мне Оксаночка присылала. Оксана мне много от Мэри Кей косметичек прислала, и я ими всеми пользуюсь. Недавно я на юг ездила, и это для меня была косметичка просто спасением. В ней очень удобно было вести весь свой уход. Давайте ее сюда. Дальше. Вейвон. Это вообще старушка косметичка. Видите, она такая вот круглая. Пустая она складывается. Я в ней одно время хранила все свои заколки. Как раз она набивается и стоит такая, как бочечка. Открывается тоже в две стороны. Можно ее использовать прям по назначению, как косметичку. И такой вот кругленький, милый чемоданчик получается. Давайте сюда ее. Мне ее когда-то дарили. Так, из объемных у меня есть еще две косметички. Одна от Мэри Кей, тоже от Оксаны, вторая от Эйвон. Это дорожные такие варианты, которые идут и с ручкой, с крючком и вот с такими отделениями. От Мэри Кей вообще просто супер. Каждое отделение, видите, отрывается. Вы можете, например, карман с декоративкой оторвать, остальное висит у вас на крючке. И вот такие четыре отделения. Ну, в общем, вы оторвали, пошли, накрасились, опять прилепили, и он дальше висит. То есть, как хранить, для хранения очень удобно. Перевозить тоже очень удобно. Она у меня тоже со мной катается. И когда я куда-то еду, обязательно едет со мной. В ней удобно все сохранять. Подобная ей, но менее удобная оказалась. Такая же косметичка от Марк. Тут уже нет ручки. Также 4 кармана. Есть крючок, на который можно подвесить. Она значительно меньше, и кармашки ее не отрываются. Они достаточно маленькие. Видите? То есть, если вы едете ненадолго и у вас немного средств, то вот это вот подойдет косметичка. Но она очень-очень уступает косметички, которую я вам показала только что. Вот. Это уже вот такая. Ну, на юг вот она у меня ездила со мной. Ну, не очень удобная была. Но, тем не менее, ездила. Далее, не знаю, как с вами отъехать так. Ну, частично будет видно. Из объемных... Она у меня появилась совсем недавно. Мне Оксана последний раз тоже дарила косметику, когда она мне косметику подарила вот в таком чемоданчике. И пока этот чемоданчик у меня просто стоит, ждет своего часа. Очень удобная такая, тоже на дорогу, очень удобная косметичка. Она как сумочка. В таких вообще удобно хранить какие-то мелкие даже документы или хранить какие-то запасы. Она очень глубокая, вы видите. Вот такая. Обязательно найду ей применение. Две мои любимицы. Они в чем-то похожи. Вот эту мне дарила Юлюня. Очень удобная. Золотая, красивая, объемная. Она меня тоже в дорогах очень выручает. Если нужно набрать минимум, но такой минимум, чтобы было все, вплоть до сверкалочек разных, то вот как раз сюда это все дело умещается. То есть, когда вам не то, чтобы там одна помада, одна тушь нужна, но когда ваш минимум состоит от полной комплектации косметики, то вот такая вот косметичка очень удобна. Вторая косметичка от Avon. Она меньше размером, но у нее есть сзади вот такое отделение. И внутри, ну тут у меня, видите, пробники не стала вынимать. И внутри есть боковой кармашек. То есть эта косметичка хороша даже как какая-то мини-сумочка, может быть. В ней очень много чего можно положить. То есть если она у вас лежит в сумке, такой вариант сумочный, то очень удобны вот эти два кармана. Обычно в них тоже есть что положить. Ну, например, те же салфетки матирующие, да, очень удобно. То есть вы в сумке не будете искать эти салфетки, вы знаете, что в косметичке сбоку они, например, хранятся. Вот такая.
Вот эту косметичку, мне кажется, она вообще на клатч похожа от Мэри Кей. Это тоже мне от Оксаночки досталось. За нее вообще отдельное спасибо. Мимишная, розовая, с отдельным карманом. Я в ней, когда куда бы я ни шла, куда бы ни ехала, со мной моя видеокамера именно в этой косметичке ездит. У меня камера без чехла, и поэтому это отличный для нее вариант. Плюс, даже вот я на свадьбе, когда была с камерой, со своей, с фотоаппаратом, я в этой косметичке их меняла местами, и в руке она смотрелась очень даже красиво. То есть вот даже было на таком торжестве, и она была уместна. То есть смотрелась очень красиво, и было куда камеру положить, и нарядный вид как-то сохранялся. Ну и давайте по малышкам. Вот эту я сохранила, я даже не знаю из каких соображений, знаю из каких соображений. Это от Glamour Bag. У них часто присылают они свои не в коробочках, а вот именно в таких вот разноцветных пластиковых упаковочках, конвертиках. Косметички месяца, вот так. Я ее сохранила. Я в ней храню мелкие косметички и мелкие кошелечки. Ну, сейчас я их вам тоже покажу. Так, сейчас мы до них доберемся. Это вот такого плана. Вот это, как можно сказать, как чехол для телефона, что ли. В общем, сюда можно какие-то кредиточки. Есть крючочек. Вот так вот. А вот здесь вот еще отделение с другой стороны. Открываете. Здесь вот отделения разные. Здесь вот такое отделение. Ну, в общем, вот такое вот небольшое хранилище. Это от Мэри Кей. Вот такое вот подарочное. Тоже ко мне приезжала в подарок. Второй кошелечек. Ну, он у меня тут случайно затерялся. Это вот вариант, когда надо одну... зеркальце, например, помаду и тушь положить, тогда я вот такие вещи беру. А бывает, использую это для как маленький кошелечек. У меня это шло как приложение к сумочке. То есть такая мини-косметичка, мини-кошелечек внутри синей сумки с Китая, когда заказывала, приехала. Вот такая вот штучка от Мэри Кей. Тоже приезжала ко мне в подарок от Танюшки из Тюмени. Смотрите, какая красота. Очень красивый вот этот вот шарик. Это для паспорта. Я в ней много времени носила паспорт. Смотрите, удобно, чем что здесь зеркало. И паспорт вот в этом отделении лежит. Когда я ложилась в больнице с ребенком, очень удобно. Я сюда и паспорт, и денежку все положу, и зеркало при мне. И как бы все на своих местах лежало. Прямо она у меня даже, вот видите, уже такая затертая. Это я ее так... ко мне приехала от Танюшки новая-приновая. Поэтому я Танюше очень благодарна, пользовалась и пользуюсь с огромным удовольствием. Вот такая от Мэри Кей удобнейшая косметичка для украшений. Куда бы я ни ехала, она едет со мной. На эти вот штучки я вешаю браслетики. Например, сюда складываю колечки, а вот в это отделение серьги. Очень удобно. У нее есть бортики, и благодаря этому она становится просто пузатенькая и умещается очень много всего. Вот этим летом я ездила, очень много брала украшений, вам показывала целую гору, и вся эта гора уместилась сюда. Так, подобный синему кошелечку есть вот такой. Тоже это мини-косметичечка, она у меня уже тоже затертая. Я в ней носила долгое время маленький свой телефончик, когда у меня был. Но это тоже вариант для одной помады, зеркальца или пудры. Вот что-то такого. И здесь маленькая отделенница, может быть, мелочь или еще что-то. Вон у меня там лежат батарейки, когда я ходила, часы меняла батареечки. Вот, ну тоже. Показываю даже такую ерунду, потому что был запрос, все, что я нашла, я откопала и принесла. Так, вот это очень интересная косметичка. Она такая тяжелая, выполнена из бисера. И она мне была подарена именно этим мастером, которая мне ее и делала. Вот. Вот так красиво. Она как радуга.
смотрится. Радужная, красивая, приятная. Очень хорошо выполненная, качественно. Представляете, какая красотень. Я ее люблю, берегу. И бывает в ней тоже вот так вот что-то, если надо немного бросить у нас в сумочку, то ношу. Следующая косметичка у меня еще даже с ценником. Леночка Никандрова мне ее присылала. Я ей нашла применение. Причем только сегодня я поняла, куда я ее буду использовать. Я об этом расскажу в следующем ролике, потому что тоже еще один был запрос. И я покажу, куда она у меня пойдет. Так что я ее далеко сейчас не уберу, а буду использовать там. Еще две косметички, они похожие между собой. Видите, такие вот две лепешечки. Вот эту я уже пыталась отдать. Какое-то время назад я делала расхламление, разные коробочки, косметички. Отдавала своим знакомым подружкам, ну, а потом обнаружила эту дома. Видимо, у меня Максимка ее спас, эту косметичку. Остальные я все отдала. Вот. Кстати, в тех, которые я отдала, одну я косметичку отдала, нужную мне, а теперь я вот буду ее заменять этой. Вот. То есть лучше бы он ту спас. И вот такая она квадратненькая становится, очень такая мягенькая, как будто кожа. Это кожа-заменитель, я так понимаю, но он настолько приятный. Она у меня затасканная. Было время, когда только с ней я ездила, куда бы ни ехала, вся косметика была в ней. И она хранится очень удобно вот такой лепешечкой. И вторая подобная ей, это от Mary Kay. Такой же прямо вариант. Вот она тоже становится такая высокая. Видите, выравнивается и становится квадратненькая. Вот. У меня сейчас она просто в хранилище лежит и ждет своего часа. И две красотули. Одна от Lancôme. Вот такая красивая, красивая. У нее есть дно удобное. С прекраснейшим замком. Вот с таким подкладом. Глубокая, удобная. Ну, вообще просто вот прелесть, а не косметичка. Тоже мне приехала в подарок. Прямо очень ее люблю. Дико ей рада. И вторая от L'Occitane. Вы посмотрите, тоже ну, просто прелесть. Очень красивая. Вот этот вот замочек такой мимишный. Тоже подарок. Такая она розовая внутри, красивая. Люблю. Вот эти две прям вообще люблю. Они такие яркие, нарядные. Так, и последнее, что я покажу. Я наверняка часть забыла где-нибудь по квартире. Но я не буду уже искать. Две в упаковках. Я их приобретала в Avon по акции. Там надо было что-то набрать. И тогда косметичка шла, ну, может быть, за там, 50 рублей. Я их взяла, наверное, я когда буду там конкурс или подарок кому-то собирать, тогда подарю. Давайте я покажу, вот так вот она смотрится. Очень удобная. Чем удобно? Я сначала напугалась, думаю, ну, когда вот так вот низко начинается молния, все будет выпадать. Но нет, тут пусть небольшие, но видите, бортики. Все равно лучше бы бортики сделали повыше, вот до сюда. Вот. Она немножечко, видите, неудобно смотрится. Вот. Avon не додумался повыше бортики. Слишком низко. Вроде бы так вот большая, а бестолковая. Поэтому я до сих пор их не подарила обе, потому что не очень функциональные. То есть я бы такой, не знаю, наверное, не пользовалась бы. Потому что непутево пошито. Вот, ладно, пока лежит. Ну, может быть, в каком-нибудь конкурсе. Вот эту далеко не уберу. Я сейчас во втором ролике вам покажу, куда она у меня пойдет. Все, запрос я выполнила. Надеюсь, было интересно. Огромное спасибо за внимание, за просмотр. Всем до новых встреч и всем пока.